Lenovo Sisley S90. Телефон очень похож на iPhone 6, но стоит аппарат почти в два раза дешевле трубки от Apple. За свою цену Lenovo предлагает достойного середнячка на Android. Плюсами устройства являются хорошая сборка, приятная функциональная оболочка операционной системы, множество предустановленных программ, уверенная работа в сетях до 4G и неплохой звук, как гарнитуры, так и динамиков. Из минусов отметим маркий корпус и неустойчивый к царапинам экран. Еще один минус – это слабый аккумулятор. В активном режиме работает как офисный сотрудник с 9 до 6. Что касается камеры, мы просто покажем сравнительное видео 6-го айфона и его клона. Издалека устройство кажется действительно похожим на iPhone 6, но на этом все сходства заканчиваются. Все остальное в Lenovo — это Android-аппарат среднего ценового сегмента.